недели, там есть месяцы, в общем, три мелодии, ночное отключение и так далее, и так далее. То есть максимально все того, что человеку заблагорассудится. А есть традиционные часы, это вот сделано под старину, это посеребренный циферблат. Это сделано, кстати говоря, это немецкое производство, вот это английское. Значит, сделаны реально под старину, то есть трещины, битые и так далее, такой стиль. Да, кстати говоря, очень интересно, вот здесь Мозер написано как русская Z, оказывается, что раньше в Англии Z писали так, как